Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на очередного героя. Это будет Сердцеедка. Многие из вас просили сделать на него обзор. Я прокачал Сердцеедку с Богом Войны, чтобы посмотреть максимальный урон и что она может. Ну, давайте посмотрим на талант этого героя. Так, сердечный приступ 10-10. В течение 4 секунд каждые 0,3 секунды наносит 200% урона по двум ближайшим вражеским целям. При этом уменьшает их энергию на 20 и восстанавливает себе здоровье в размере 40% от атаки. Кулдаун 4 секунды. Также герой имеет иммунитет к оглушению и страху. Критические атаки, в том числе и умения, наносят в 2,5 раза больше урона. Ну, что я могу вам сказать, это один из топовых дамагеров. Единственный минус – очень мало жизни. Как видите, на второй эволюции всего-то 132 775. Даже если рунами там собрать, ну, максимум там 250 мы вытащим. Какие таланты этому герою можно ставить? Ну, у меня стоит Бог Войны, также можно поставить Бастион. Это будет, наверное, получше решение для тех, у кого нет возможности очень много донатить в атрибуты, то есть там в чары, в созвездия и все остальное. А с Бастионом она будет получше. Еще вариант есть ремка. Ремочная плюс жива, либо плюс психощит даже первого левела, чтобы она первой включилась. Тоже будет неплохо. По питонцам, в принципе, тут можно ставить и карася, и ангела. Как бы это такой герой, на которого там определенного питомца не надо. Также один из плюсов, она дальник. То есть она летающий дальний герой. Это тоже довольно-таки неплохо. Так, ну по артефактам можно поставить кубок. Можно поставить топор. Ну, я хочу потестировать на максималке. По снаряжению, что можно ставить? У меня стоит победный выпад. Также сюда неплохо будет заходить раскаленный доспех, чтобы увеличить количество жизни. Ну, все-таки выпад, наверное, мне кажется, будет получше, чтобы сразу било. Также можно поставить хранитель леса. Все остальные как бы на ваше усмотрение. Также можно поставить пиромага, либо мастера клинка, если вы будете ее использовать на архидемоне, на котором надо ослепление. Если вы прокачаете в созвездии ей крит сопротивление, она будет довольно-таки неплохо стоять на архидемоне и убивать приспешников архидемона. Так, ну, основные как бы ее атрибуты я вам показал, где можно ее использовать. Ее можно использовать в рейде, ее можно использовать в подземках, в забытой битве, на атаке фортов. То есть фактически везде, она даже хороша на гильдейских боссах, на КБшных боссах, ну, на архидемоне. То есть герой очень-очень хорош. Единственное, наверное, это битва гильдии, потому что она рушит здание. Помимо того, что она бьет героя, она и рушит здание. Так, ну, давайте потестируем сначала ее в рейде. На волнах довольно-таки неплохо будет. Сейчас посмотрим на ее урон. Ну, тут она, видите, по 120, 126 тысяч, 211 тысяч бьет. Ну, тут ее стрелок, конечно, подкоцал. Давайте еще поищем в рейдах кого-то. Так, тут опять стрелок. Ну, давайте попробуем. Так, то у нас 174 тысячи. Стрелок добил. Я вам еще не показал, забыл, что ей надо в созвездиях ставить.
У меня она вот так вот собрана: уклонение, урон, плюс крит сопротивления. Я ее использую во многих локациях, поэтому пришлось выбрать что-то среднее, потому что одно уклонение можно ей наролить чисто для PvP варианта, но если вы хотите на архидемона, то там лучше крит-удар, который будет давать шанс крит. Ну, в принципе, у нее и так шанс крита очень большой, там можно крит-урон, урон, плюс крит сопротивления. Так, ну идем еще в рейде, посмотрим на кого-то. Может, вдруг тут кто-то попадет без стрелка. Хотя этого, видите, все расстановки по стрелками. Ну вот, вроде нормально. Давайте попробуем. Ну, неплохо, неплохо. Ну-ка, успеет. Давайте дадим ей немножко неуяза. Да, Анубис ее порезал, ее урон. Плюс дерево дало защиту. Сейчас я заведу второй аккаунт. Мы с вами попробуем потестировать ее против Анубиса, против Гаргула с максимальными прокачками. Посмотрим, сможет ли она убить Анубиса с каменкой. Так, сюда сейчас мы поставим Гаргула. Даже сделаем, поставим всем питомцев для отхила. Так. В самом низу. Сейчас я сниму щит и будем тестировать. Так, вот у нас Анубис. Тут у нас даже есть два отхила будет, но попробуем. Первый тест. Вы видите, да, что она сделала? С первого раза, конечно, она его просто слила, пока он не включил свое умение. Анубис с каменкой 8-8 на таблетке с защитой. И все равно, я смотрю, проседает по чуть-чуть. Конечно, вариант с бастом был бы, наверное, получше на ней, потому что Анубис тоже дамажит ее неплохо. Проседает. Ну вот, Анубис на максимум включил свою защиту. Ну, как видите, урон 10-15 тысяч. Там отхил, конечно же, намного больше будет. Давайте протестируем против Гаргула. Или сможет Гаргул что-то сделать. Ну, тут просто без разборов. Смотрите на урон. Сейчас череп ее сольет. Да, череп слил. Ну, как дамагер в пачке, очень неплохо себя будет показывать. Так, 461. Интересно, сейчас будет ее еще потестировать против хранителя с огненной защитой. Я думаю, все-таки там хранитель сразу же сольет. Ну и она убьет своего хранителя. Как видите, она здание очень хорошо дамажит, поэтому ее на битву гилей единственный вариант брать на добивание, потому что очень быстро наберет вам проценты.
Смотрим. Но тут без вариантов. Хранитель с огненной защитой 8-8. Она просто сама себя убьет. Давайте еще ее потестируем. Сейчас снимем всех. Потестируем просто против Анубиса. Уберем с него. Точнее, уберем Гаргула. И всех остальных героев. Есть вариант также ей поставить разброс. Но опять же, я бы не особо это советовал делать. Лучше все-таки БВ Баст либо Ремка. Мне кажется, Ремка будет самый оптимальный вариант, потому что вы сможете поставить Оживу. Так, ставим медальку. Убираем питомца. Убираем руны. Так, он раздетый. Теперь убираем с нее тоже. Давайте даже так попробуем. Поставим ее в кубок. Смотрим. Вот она включилась. Правда, как видите, без ангела у нее даже отхила не хватает. Ну, по жизни она проседает. С бастионом она бы стояла немножко подольше. Но с БВшкой она должна сразу включаться. Давайте я сейчас попробую затестировать, показать вам ее в действии. В забытой, так как у нас завтра будет обнова, точнее уже сегодня. Попытки все равно надо откатать. Давайте так, чтобы она первая смогла включиться. Сейчас какую-то пачечку ее определим. Так, создать команду. Можно сюда вместо дерева вот такой вот вариант будет у нас. Надеюсь, капитан Дрейк нас не подведет. Кто тут? Тап Карванис большой. А еще снайпер. Ну давайте снайпера попробуем. Смотрим. Заблочили нас сразу же, причем Ресом. Первый тест не удался. Смотрим дальше. Так. Афина. Смотрите, как Афина отрабатывает. С богом войны на максимальный урон. Точно так же, как и сердцеедка. Так, а тут можно даже слить. Хотя вряд ли спасет тут ворожей. Так, ну, побежали. Пробуем еще разок затестировать ее. Вот она включилась. Ну, тоже смотрите, какой там урон бешеный. Плюс она от стана очень хорошо стоит. В принципе, неплохо. Но ее может раз заблокировать. Думаю, мы сейчас без проблем. Так, добили. Пробуем еще раз Денчика.
Давайте как-то вот так попробуем. Пусть будет вторым паком она. Ай-яй-яй. Интересно, интересно. Вот вам ворожей с каменкой. Достоял до последнего. Так. Интересная пачка будет. Смотрим. Да, ее убивает. Ну, тут Рино, Стрелок, Анубис. Без вариантов. Она очень хорошо будет в пачке с малышом Ником, с Дрейком и с Аресом. Сейчас мы эту пачку сделаем, поменяем немножко. Потестируем там ее. Так, создать. Давайте уберем. Отсюда мы уберем. Уберем хранителя. Сюда поставим. Хранителя, правда, он тут нам не особо поможет. Вот сюда карасу поставим сердцеедку. Вот такая будет пачка у нас. Надеюсь, сейчас ударит первым. Малышник заблокирует. Ай-яй-яй. А вот нас ворожай спас, кстати. Ну, смотрите, как в паре с Афиной разложили пачку с Некросом. Ну и плюс ворожай, конечно же, очень вовремя спас. Так, а тут вражеский ворожай. Да, тут нас по-любому сольют. Ворожай снял молчанку Ареса. Так бы слились. Так, ну тут... Тут, думаю, должны затащить. Нет. Ой, как-то проседает жестко. Ну, они без рун. Так, Феникс. Ну-ка, дадут нам кого-то посерьезней. Вот есть кит. Так, давайте попробуем. Вот такая же пачка интересная. Вот просто раз-два и все. Почти не видно было, какие там герои стояли. Так, тут мы, наверное, сольемся, скорее всего. Да, тут хоть у этих героев эта пачка не выстоит. Сейчас посмотрим, что третья пачка сделает. Шанс слива минимальный. Сейчас, наверное, сольемся. Так, череп, ворожай. Да, тут против ворожая... Хотя Рину свою отработает, сейчас думаю. Так, хорош, хорош. Да, хорошо. Есть. Неплохо. Так, ну вот такой, я думаю, обзор. В принципе, на подземках. Давайте покажу вам еще на подземках ее. Чтобы вы знали, стоит ли качать ее для подземок. Возьмем таких интересных героев с богом войны. Прокачанных. Так, хранителя сюда возьмем. Сейчас поснимаем ремочки. Ворожая возьмем. Афину не будем брать, она нам тут будет мешать немножко. Пусть будет четвертой. Так, душка есть, хранить есть. Есть. Кого там еще возьмем? Интересного. Ворожая поставим. Тыкву даже брать не будем.
Так, подставим, поставим, поставим. Там Ронин у нас стоит уже. Поставим Ронина с богом войны. Малыша Ника. Такого интересного еще можно найти. Для подземок тыковку. С тыковкой, думаю. А, давайте еще поставим медузу. Питомцев ставить не будем, чтобы время не терять. Так, ну, побежали. Какую там попробуем? Давайте шестую какую-то кошмарку. 6-1 без тыквы. Ой. Называется, зашел не кошмарку, а в обычную. Интересно, 6-1, конечно, тут у нас без тыквы вариантов вообще, скажем так, нет. Ну, по крайней мере, попробуем. Они, конечно, разбежались далеко. Ну, смотрите, как 28%. Тридцать 3% вообще разрушили зону, конечно, большую. Давайте уже самому стало интересно, поставим тыковку сюда. Сейчас мы уберем отсюда хранителя. Хотя нет, хранителя оставим. Или уберем. Какая разница? Тут тыква разгонит. Так, кто там с нами хочет поделиться ремочкой на тыковку? Можно даже четвертую еще один сет поставить, чтобы долго не искать. Нам этого должно хватить. Тыковку ангела поставим. Магию гильдейскую брать не будем. Убежали. 6-1. Делаем вот так вот. Тридцать 36%. Вот сердцеедка осталась. 38%. Надо было еще спамить. Так, еще один заходик. Теперь сейчас по стандарту пройдем, оттянем защиту. У нас тут есть ворожей. Он нам, думаю, с отхилом поможет. Так, 6-1. Так, заморозили. Кидаем всех, начиная с тыковки. Надеюсь, она попала под щит. Вот пошел у нас разгон. Ой, зависли опять. Опять 38%. Ну, в принципе, это не тот тест, который надо было проводить, но все равно интересно, думаю, вам было, как герои бьют. Стабильно 38%. Вот такой у нас был сегодня герой на обзоре. Пишите в комментариях, какого вам следующего героя потестить, где вы, может, используете этого героя, с какими сборками. Все, всем спасибо, ставьте лайки. Всем пока.